Вениамин Мельников – единственный сын Жанны Мельниковой. Мальчику на данный момент 13 лет. Он активен, общителен, любит спорт и игры. Занимается всем этим, несмотря на боль в ногах. Совсем недавно врачи выяснили ее причину. Это недоразвитость тазобедренных суставов. Чтобы исправить ситуацию, мальчику назначили сложную операцию в одной из больниц Санкт-Петербурга. Это бедро они хотят как бы гелью обволочь, чтобы получилось, а хрящ такой больше не создавало проблем. А этот нужно очень сложно. Нужно добраться до косточки, вставить спицу туда, а потом только обмотать вместе это гелью, чтобы у него были хрящики. Врачи даже выделили Вениамину квоту на операцию в Санкт-Петербурге. За нее семья мальчика не отдаст ни копейки. Однако потребуются средства на поездку в северную столицу России. А денег у семьи, где все получают пенсию по возрасту или инвалидности, просто нет. Мама Вениамина признана инвалидом детства. Бабушка страдает болезнью Паркинсона уже несколько лет. Сколько денег нужно? Нужно, чтобы поехать туда. Потому что это получается жить 3 недели там. Получается. И дорога туда и обратно. Скажите, а вообще семья располагает хоть какими-то средствами? Ну, по сравнению со средствами располагаем, но очень мало. Мама и бабушка Вениамина просят всех неравнодушных оказать посильную помощь. Ведь если средства на поездку не найдутся, то Вениамин рискует оказаться в инвалидном кресле. Но только не отказываться, иначе этот молодой человек будет сидеть в коляске. А он у нас 13 лет ему. Все желающие могут перечислить средства на поездку для Вениамина по указанному номеру карты Сбербанка. Она принадлежит маме Вениамина. В семье мальчика будут рады любой посильной помощи от людей. Лариса Миронова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».